хорошо. Папа строит навес. Папа, маши. Что за хрень? Показалось. Привет, ребята! Новый влог. Работаю в магазине у мамы и папы. Сделала... Ой, спешку не надо. Вот такие себе рекламки, ламинирование ресниц, значит, две штуки. 500 рублей. Окрашивание и ботокс в подарок. И здесь вот. Время без 15, без 10. 9. Еще 2 часика поработать. И можно идти домой спать. Заполняю ежедневник. Слушаю тут всякие фильмы. Фантастическая четверка. Ну и все. Вот, все. В принципе. Смотрю ТикТок. Вот такой. Роза. Розовая роза. Мингвы рулет. Это от Кати и нас. Спасибо. Слушай, какая большая роза. Шикарно. Приветик. Сегодня опять работаю в магазине. Мама поздравила с днем рождения. Сейчас, сегодня вышла с 4 часов. Заработаю 700 рублей за 7 часов. Мама мне тут принесла покушать. Еще сегодня я продала все для наращивания ресниц. Оставила только для ламинирования ресниц. Да. Также сделала объявление на Авито по аквагриму платное. 300 рублей вышло. Что еще купила, заказала, вернее, на Алиэкспресс новую удобную подушку для головы клиента, когда я буду делать ламинирование. Заказала очень красивые щеточки. Они у меня уже были, я дарила их в качестве подарка на Новый год. Решила, короче, всем новым клиентам именно такие щеточки дарить. Всем нравится. Еще что? Что еще? А, и 2 новых чехольчика себе на телефон, но я вам покажу, когда они приедут. Да, вот так. Ку-ку. Приехала к Толику в гости сегодня. Пью пиво. Буду играть в игру. Не помню, как она называется. Новенькая игра, новенькая игрушечка. Так, кушать чипсы с беконом, мои любимые. Это мы с Сашулечкой попозже позанимаемся английским и почитаем букварь попозже, когда она придет, часика через 2. Это мои орешки. По телеку у нас. Гриффины. Обожаю гриффинов. Блин, что это за игра? Блин, как она называется? Ну ладно, только начинаю играть, поэтому не суть. Короче, купили арахисовую пасту на Озоне. Сейчас будем ее пробовать. Стоила она около 250 рублей. У меня аллергия, я не болею, просто аллергия. Ножки закончились, я ходил, где стоит. Как орехи? Дай мне. Очень. Я думала, это будет что-то сладкое. Да уж. Слушай. Лучше запробуем. Это вообще не сладко. Тут нет сахара в составе. Ты это самое сладкое. Да, но чувствуется прям орех-орех. Я первый раз в жизни пробую. Это не нужно. Так. Что тут в составе? Состав хороший. Отборный обжаренный арахис. И соль. Все. Вот. Лучше давай зайдем. Нет, это я не хочу, спасибо. Вот такая вот паста. Ну, она сейчас очень теплая, мы пришли с жары. Поставим ее, Саша, в холодильник, может, станет лучше. Я думаю, с тостером и сладким чаем будет вкусно. На.
Окнах. Окнах. У. Зо. Ры. Доброе утро. Садись. Это просто так? Спасибо. Мак, завтрак? Да. Ура! А шлейф этой обидной, унизительной афганской операции. Ну ладно, у Шейра хватило силы воли и близкого.